Всем привет, с вами Андрей Сонар. Давайте я вам расскажу и покажу, что такое рукавица для банана. Это специальное устройство, которое позволяет сберечь ваши руки от воздействия холода, ветра, снега, осадков, когда вы ездите на банане или вот на прицепе к снегоходу. Таких ситуаций может быть много. Смотрите, как эта рукавица устроена. Это вот такая ниша. Внутри липучка, которая позволяет именно сделать две секции для ваших рук. Вы вот так вот просовываете туда руки, после чего хватаетесь за что угодно, и руки у вас не замерзнут. Держаться удобно, держаться хорошо. Эта штука не продувается, не намокает. Честно говоря, вот даже перчаткой хвататься это не очень приятно, когда особенно едешь на скорости и ветер сильно бьет в руки. А вот с такой рукавицей получается все очень хорошо. Она очень просто устроена, здесь специальная петелечка, чтобы она не потерялась, она никуда не выпадет. Если она не нужна, она компактно складывается и убирается. Советую использовать прежде всего с аттракционами типа банан в зимнее время. Отличная вещь. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.